Есть такая работа – спасать людей. Традиционно в конце декабря, в преддверии своего профессионального праздника, ивановские спасатели подводят итоги уходящего года и награждают лучших огнеборцев. 2012-й для сотрудников МЧС выдался напряженный. Многочисленные пожары, весенние паводки, командировки в Крымск. В жару и холод, на воде и в борьбе с огненной стихией. Ивановские спасатели остаются профессионалами своего дела. Быть спасателем – это призвание. Просто так люди на спасателях не задерживаются. И только полные профессионалы, люди, которые болеют чувством коллективизма и очень переживают за боль ближнего, могут выполнять эти функции. Опять же, профессионализм стоит на первом плане.